23 января на площадке Казанского федерального состоялось заседание коллегии по туризму. В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана, генеральный директор Республиканского центра развития туризма, президент Ассоциации отелей Татарстана и директор музея Лаишевского края имени Державина. В течение часа выступающие представляли новейшие задачи на 2018 год. Открыл заседание председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Далее в своем докладе спикер подвел итоги прошедшего года Государственного комитета республики. Развитие туризма сегодня осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. В 2017 году развитие нашей отрасли реализовывалось в рамках государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане на 2014-2020 годы. Обсуждая дальнейшие планы развития, нельзя не упомянуть о подготовке специалистов для сферы туризма. Особенно большая работа над этим идет на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального. Здесь проводится программа повышения квалификации для специалистов, занимающихся развитием туризма в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Обучение по программе прошли 30 специалистов из 20 муниципальных образований. В 2018 году запланировано продолжение этой образовательной программы. В 2017 году Госкомитетом совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ организованы курсы подготовки гидов-переводчиков по 5 языковым направлениям – фарси, китайский, немецкий, французский и арабский языки. Общее количество обучившихся составило 50 человек. Всего за последние 3 года по этой программе подготовлено 150 специалистов на иностранных языках. Стоит принять к сведению, что мероприятия программы коллегии, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме. Так что Татарстан по-прежнему входит в число лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма, показывает устойчивую положительную динамику по основным показателям развития отрасли. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.